Привет, ребят! И сегодня мы продолжаем тупить планеты, но это мини-эпизод. Так. Привет, Стив! Привет, Андрей! С днем рождения тебя! Ой, мы построили вот так много всего. Пойдемте, сейчас вам все покажу. Экскурсия будет какая-то. Вот этот супер дом. Это длинная дорога. Мы все это вместе строили. Конечно, не в выживании, а то бы камней не хватило. Со всей кубик планеты. За столько камней мы бы ее уже сломали полностью. Ну как, может, не полностью, но большую часть бы сломали. И кирпичи бы как сделали. Это все в креативном мы делаем. Здесь, наверное, когда-нибудь сделаем тайный проход в стене. Обязательно сделаем. Ну, здесь можно. Я там что, по клавиатуре бегаю? Да. По клавиатуре. Ладно. Так, что бы сделать? Пойдем мочить пауков. Что бы сделать? Вот здесь я строил ловушку для мобов, и все получается, не вспомнится, хотя даже получается. А вот откуда все пауки. Будем их мочить. Они нам не будут, уже не нужны. Вот так вот тогда. Понятно. Что-то мне ударил. Отойди, отойди! Отхожу, отхожу. Делай это Андрей. Стив. Так. Он прибывает. Ломаю спаунер. Ломать не строить. Так, нет, лава не прыгает, у меня эффект такой. Окей. Так, где там еще был? Застроим, да. Теперь. Факел еще есть, а у меня есть. Мародеры. Бей мародеры. Окей. Так, сиди здесь, пожалуйста. Вы скоро уничтожите. Так, вы выдыхали на нет. Не ходите в голову. Вот, вот. Перебиваетесь. А. Так. Во сколько бы подержишь? Еще один металл. Убивай. Еще найдет. Так, вот тут он не понадобится. Так, он мой. Он мой. Он твой. Иди, не стреляй. Убил. Yes! Так. Пытаюсь замочить паука. Стеной. И где он? Он в блоке. Он в блоке. Он внутри блока. Ну все, по идее. Победа. Мама, не покончено. Жесть. Нет, ну у тебя анимация лагная, конечно. До сих пор так много не стоит. Так, ладно, поднимаемся. Так. Что мы здесь хотели? Хотели разобраться и придумать. Или чё? Ладно. Да ничего, потом разберемся, все придумаем. Ой. Видели. А?
Ага, как попробовал. Называется. Прыгнуть. Так, давай, давай! Один пузырёк, вы видели? Не очень. Что? Как я здесь не задел? Серьезно? Заделаю. Все, я снова на месте, думаю. Вот он был результат. Так, о, нормально. Ладно, ребят, всем пока.